В этом году больше, чем в прошлом, на мой взгляд, представлено российских компаний на выставке Интергео. Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Александр Устинов. Я сейчас нахожусь на международной выставке Интергео 2018, которая началась сегодня в городе Франкфурте. Выставка пройдет в течение 3 дней, я буду вести репортажи с выставки. Не пропустите, подписывайтесь на мой канал. Сейчас я зайду в первый зал, будет 2 зала, 12.1, 12.2. В выставке 2 основных спонсора, как обычно, это Гексагон и Тримбл. Захожу, сразу вижу Synergy NSS, Z+F, большой стенд. Уже знакомый нам сканер 5016 Z+F. Сейчас я пройдусь по первому залу. В этом году я прислушался к пожеланиям подписчиков и снимаю со стабилизатора. Надеюсь, картинка лучше, чем в прошлом году. Я сам вместе с вами только что зашел на выставку. Первые впечатления. В этом зале большой стенд Гексагон. Уже знакомые нам, в принципе, стенды. Те, что были на выставке Интергео 2016, 2017. Ну и сейчас представляют новинки на международной выставке Интергео 2018. Очень много мобильных решений, я думаю, будет в этом году. Я планирую провести также съемку тестового заезда с мобильной системой. Стенд Гексагона. Посмотрим на новый сканер. Новый сканер от Leica, RTC-360, по-моему, называется. Посетителей пока немного, я воспользуюсь этим для того, чтобы снять обзорный проход по выставке. Laser Technology стенд. Пройдусь по стенду Гексагона, посмотрю, что тут может нового. Задрали на высокий штатив тахиометр. Мониторинговые системы. Радар интерферометрический, по которому был у нас вебинар совместно с Гексагоном.
известный уже нам Leica GS18 приемник. Новинка прошлого года. В этом году, по всей видимости, RTC360 будет. Основной стенд получается у Leica. С точки зрения осмотра не очень удобно, на мой взгляд, в этом году, потому что сделано два больших зала. Хожу вокруг саагона. Только что зашел на выставку, сам не знаю еще куда идти. Вот сканирующие системы, как я уже говорил, Vexel. Много небольших стендов по геодезическому оборудованию. В комментариях под этим видео, как обычно, вы можете писать вопросы, оставлять пожелания, какие из стендов, которые я, может быть, даже не назвал, были бы вам интересны. Вернусь еще в эту сторону. Что здесь у нас интересного на выставке? А, вот стенд Soki. Надеюсь, удастся взять интервью российских представителей. Ну, с новинками мы, наверное, уже знакомы. Может быть, расскажут поподробнее у нас, что будет из новинок в этом году представлено. Стенд Septentrio я вижу там дальше. Стенды с отражателями, с разным строительными аксессуарами геодезическими. Стенд Getac даже есть в этом году. Вставлены планшеты, контроллеры. Стенд Карта. Вот смотрите, они приемник Эмлет поставили, и новая карта у них. Как раз директор карты съемку, демонстрацию ведет. Стенд Ракурс. Добрый день, Дмитрий. Есть новинки в этом году? Сторон 3D модель. Отлично. В этом году больше, чем в прошлом, на мой взгляд, представлено российских компаний на выставке Intergeo. Должен быть стенд компании Geoprибор. Sonaf стенд. Z+F
дирижабль какой-то запускает. Там, наверное, сканирующая система стоит. Интересную штуку они придумали. Немножко сумбурный проход у меня в этом году по выставке, потому что, ну, реально это большой зал, где полностью пройти. Ну и само видео, наверное, будет достаточно длинное по хронометражу. Много компаний, которые я вообще первый раз вижу. Геоинформационные какие-то услуги, может быть. Mitsubishi Electric. Ну, как я уже говорил, сканирующие системы, рюкзаки. Пытаюсь понять, какая тенденция в этом году. Позапрошлом году, по-моему, это были беспилотники. В прошлом году мобильные сканирующие системы. Посмотрим, что в этом году. Наверное, примерно в том же ключе. Да, большой зал, даже не полностью заполненный. Сейчас посмотрю, что там за самолеты. Здесь только раскладываются. Довольно-таки большой самолетик. Тен Пентакс, Хай Таргет вижу. Ну, как обычно на Интергео, я постараюсь взять несколько интервью у производителей геодезического оборудования на стендах. Сейчас на первых проходах смотрю, что было бы интересно. Если у вас есть какие-то пожелания, еще раз напоминаю, можете оставлять свои пожелания в комментариях под этим видео. Вот Хай Таргет, тоже сканирующая система, Сатлаб. Айбот. Приемники Хай Таргет. Новый приемник. Метрологическое оборудование и стенд Pentax. Это вот их сканер. Сканер P1000.
приемники G6. Достаточно интересные приемники, на мой взгляд. Отражатель, аксессуары, строительное геодезическое оборудование. Элисео, конирующие системы, в этом году, по-моему, побольше у них стенд. На коптерах, на самолетах. Стенд Карлсон.